Привет всем! Меня зовут Александров Григорий. Хочу прочитать вам свое стихотворение, которое называется «Шутка». Посвящается НС. Зашел в театр. «Здрасте!» — сказал я милой Насте. Она мне: «Я готова сыграть вам Годунова». А я ей: «Что же, Настя, все в высшей Божьей власти. Я, начитавшись книжек, тогда спою вам мнишек».